keep us. Доставка еды. Кики? Миу-миу? Где они? Оставлю на столе. Ha ha ha!
Получите! Бежим! Придумал! Ледяные бомбы! Бежим быстрее! От нас не убежать! Опять ты! Стойте! Ближе не подходите! Кола и отрыжка! Кола и отрыжка! Пиццы всех пугать бегут! Кола говорит, что я могу! Что же он придумал? Кола-бомба! Очень смело, молодец! Кола-бомба! Кола-бомба! Это очень смело, молодец! Кола и отрыжка! Кола и отрыжка! Бомба такой крутой! Даже с отрыжкой я могу помогать! Ребята, хотите со мной дружить, а? Ты слышал этот хруст? Говорят, что кто-то пропадает после такого хруста. Правда? Я об этом не знал. Хрустящий монстр? Я его не боюсь. Хрустящий монстр! Такой страшный звук! Шш, тихо! Тебя услышит хрустящий монстр! Он идет! Не ешь меня! Не ешь! Почему вы здесь? Бао? Что вы тут делаете? Это был ты? Ты меня напугал. Ну, прости. Вы видели Гамбура? Гамбура? Нет. Почему ты его ищешь? Мы вместе строили замок. Налево. Нет. Направо. Стой. Подожди. Что такое? Думаю, нам нужно что-то еще. А? Что нам нужно? Ага, я знаю, что.
я принес. А? Где он? Ага, наверное, он где-то прячется. Гамбур, где ты? А? А? Гамбур, Гамбур, где ты? И я не могу его найти. Наверное, его забрал хрустящий монстр. Монстр злой, монстр хрум, хрум, хрум. Монстр страшный такой. Злой большой монстр, монстр, монстр. Но мы больше не хотим бояться его. Слышишь ты ужасный хруст? Не дрожи, не страшись. Это не опасный монстр, страшный монстр. Что ты тут делаешь? Где хрустящий монстр? Какой монстр? Мы с Фри просто едим чипсы. Привет, ребята. Ешьте чипсы. О, о, так это хрустящий монстр. Хруст издавал не монстр. А?
У меня еще много, давайте есть. Ура! Пойдем уже, Кики. Хорошо. Знаешь, говорят, какой-то вор повадился таскать еду. Закроем дверь плотнее. Вы слышали? Тут ходит вор. Мне так страшно. А вдруг вор придет к нам? Надо спрятаться. Ага. Игра в прятки мне нравится. Я с тобой. Не помещаюсь. Ты коробку сломал. Ой, прости меня. Если вор придет, давайте его прогоним. Да! Да ладно, вы же малыши. Думаете, стоит его прогнать? Кажется, я что-то слышал. Кто-то идет. Кто это? Может, Кики вернулся? О нет, это вор! Как больно! Похоже, тут много вкусной еды! Как я сегодня наемся! А? Да-да, вкусный гамбургер! О, кексик! Еще что-нибудь есть? Картошка фри! Обожаю пончики! Где я? Ой, мамочки! Нас похитили! Помогите кто-нибудь! Конфетки! А? Пусто! Волк забрал наших друзей! Что нам делать? Нам надо спасти их! Да! Но мы такие маленькие, а волк такой большой! Что мы сможем? Придумал! Слушайте! Что это за звук? А что это там? Просто флажок. Вот.
Что здесь происходит? Что-то странное творится в этом доме. Мои пальцы! Ура! Получилось! Идем спасать друзей! Выходите! О! Конфетки, вы здесь? А где вор? Упал в обморок. Как больно. О нет, он очнулся, пожалуйста, скорее. Скорее. Вот цветные мы, вот конфетки. Хо-хо-хо-хо-хо, конфетки храбрецы. Вместе! Хо! Вместе! Хо! Вместе! Хо! Мы победили Бога! У меня передние лапы связаны. И задние тоже связаны. Кто это сделал? А? Что случилось? Мамочки! Это же вор! Алло, полиция? Приезжайте! Я никогда больше не буду воровать! О! Я не буду смотреть на вас свысока из-за вашего роста. Спасибо! Пусть каждый из нас маленький, мы можем объединить силы и многого добиться! Вы правы! Как здорово! Кики, пора идти. Ладно. Что это было? Какой странный сон приснился, как будто бы меня ударил камень. Ого! Эй, Гамбер, что делаешь? Я строю замок, еще украсить и будет готово. Нет, мой замок! Фрай, что ты наделал? Я ничего не делал!
хорошо. Помогите Фраю. Хватит за мной гоняться! Фрай, ты не такой, как всегда. Не такой? Да, да, ты прав. А? Ребят! Уйдите с дороги! Машина не тормозит! Только не это! Помогите мне! Я иду! Фрай, держи вилку, я тебя спущу! Мы идем! Подождите! Извини! Что со мной происходит? Вы догадались? К Фраю липнет всякий металл! Ты прав! Он владеет какой-то силой! Что нам делать? Точно! Лови, Фрай! Обвяжись! Я готов! Ладно! Давайте тянуть вместе! Тянем раз, тянем два! Йо-хо, йо-хо! О, нет, ну никак! Что делать нам? Что и как? Чтобы получилось все, чтобы получилось. Я все понял. Тянем раз, тянем два. Йо-хо, йо-хо. О нет, ну никак. Эй, друзья, помощь нужна. Давай, давай! Другу мы поможем, да. Как ты? По голове, когда я спал. Кстати говоря, ты отлично выглядел на ботинках-пружинках.